Итак, господа, продолжаем рассказывать про улучшение автомобиля Haval. Вчера я приобрел защиту картера КПП от фирмы Rival. На ее покупку меня подтолкнул небольшой инцидент. Я тут на грунтовой дороге налетел лонжероном на заледеневший бруствер земляной, вот, и немножечко родной пыльник оторвал кусочек. Удар был достаточно сильный, еще бы чуть-чуть и прям пришелся бы на картер. Поэтому я нашел эту штуку в продаже. Заказан на онлайн-тренде. Вот. Изготовитель фирмы Rival. Стоит она 4400 рублей. Со скидкой онлайн-трейда 4000 получилось. Вот такая вот штука. Типа алюминиевая. Выглядит очень достойно. Здесь комплект крепежей. Она, в принципе, очень легкая. Вот. И такая в меру изящная. Надеюсь, станет хорошо, потому что я не нашел в сети примеров, кто ее как поставил. Вот, так что, может быть, буду первым, кто выложит это видео. Как поставлю, еще сниму и выложу окончательный видос. Ну все, защиту меня установили. Вот так она выглядит. Достаточно эстетично. Дорожный просвет, в принципе, не уменьшился. Крепится всего на 4 болтах. Ну, в общем-то, все надежно. Вот у меня пострадавшее место, тут трещина на подкрылке пошла, и родная защитка вот тут кусочек оторвался. Ну, теперь я буду уверенным на зимних дорогах.